Я сейчас покажу вам кое-что. Такие вот щуки в коттеджах у Элисы. Меня спрашиваете. Каю, не отпускай, сейчас. Приветствую всех любителей рыбалки в Финляндии. Последние мои две рыбалки были посвящены рыбалке с помощью системы LiveScope на лодке «Красный дьявол». Рыбалка была интересная, она реально удалась. И сегодняшнюю рыбалку я решил провести на лодке «Линдер», которая также оборудована системой LiveScope. На борту все стандартно, на борту крепится штанга с датчиком, вот она пока ждет свое крепление. Дополнительно на консоли, на рулевой консоли устанавливается 10-дюймовый экран Garmin. Но самая классная фишка здесь, это еще дублирующий экран, 10-дюймовый экран Garmin, который ставится спереди лодки. Это означает, что рыбалка будет у меня сегодня не одиночная, а мы будем рыбачить вдвоем вместе с Евгением. Значит, роли мы распределим. Один оператор LiveScope, который будет на консоли управления искать рыбу, подходить к ней, вставать как можно ближе. И второй рыбак будет, он будет свой экран тоже видеть, что происходит под водой. Будет видеть приманку, когда она полетит рыбе под нос, будет видеть реакцию. То есть рыбалка будет вот таким образом. Потом, я допускаю, мы будем меняться. Евгений будет оператором, я буду забрасывать. Но в целом основная фишка, что мы оба будем хорошо видеть, что мы делаем и что делает наша приманка под водой. И как на это реагирует рыба. Все, хватит болтать. Вперед на воду, искать и ловить рыбу. Все, лодку спустили, машину поставили. Прыгаем в лодку и искать рыбу. Так, решили остановиться у тростника, взять щуку. Я знаю, она здесь есть точно. Если это попало в видео, значит, она действительно здесь есть и уже поймана будет. Так, опускаем передний мотор. Так. Я вот такого с офсетным заброшу в тростник, а Евгений выбирает джерк. Ага, ты такой, на который форель тогда взял, примерно такой, да? Ну да, похож, поменьше. Здесь вот есть щука. Ты какой берешь? Любой бери. Так. Ну, если ее здесь нету, то это не попадет просто в видео. Так. Поехали. Евгений была поклевка, мы по крайней мере определили, в каком месте она. Так, офсетник можно убирать. Сейчас мы эту щуку попытаемся добить. Так, что нам взять для тебя, мадемуазель? Ну, вот такой вот, например, хороший. Так, ты останешься на джерке? Я поставил резину с открытым крючком. Есть? Ну то натяни, там акула так. Сейчас, подожди, я подсак. Все нормально. Сбрасываю сразу же. Да. Вот такая вот щука. Бедолага. Подождите, мадемуазель, сейчас вас отпустим. Есть у меня что-то там. Заглаз, да? Не. Краса. Женя взял первую щуку. Все, уходим от тростника на систему LiveScope. Пользуйтесь инструментом. Вот что показывает на моем экране, и это дублируется спереди у Евгения. Так, управляться тоже здесь все то же самое,
Все то же самое. Вот, вот это, кстати, сейчас покажу. Вот это мелкая рыба. Ее очень много под нами. Собственно, почему вот в тростнике здесь рядом и рядом с тростником, и на глубине, здесь глубина 6 метров, будет тусить хищник. Вот это все рыба. Угу. Так, и сейчас попробуем походить, посмотреть. Так, я выставил 30 метров. Вот сверху шкала. Видишь, да, от 0 до 30, там 29 последняя цифра. Это показывает... видно, да, Жень? Это показывает, насколько датчик, собственно, вдаль показывает. Я вот сейчас кручу ручкой, медленно прокручиваю. И смотрю... смотрю, если рядом с лодкой на 30 метрах большая рыба. Большая рыба покажется прям такой, ну, там ее, да, явно будет видно. Вот, вот это уже вот хорошее. Видно, да? То есть она в той стороне, да? Да, она сейчас вот куда показывает ручка датчика, она в той стороне на... 8 метрах. То есть, по идее, идеально подойти к ней поближе. Ну, она вряд ли сейчас потеряется, поэтому сейчас подберем приманку и к ней уже поближе подойдем, зависнем над ней. То есть, по ощущениям, это 10 тех щук. Так, сфоткаешься? Так. Нормально. Тут, похоже, надо объяснить, что случилось. Я нажимал камеру и не включал, а выключал ее. И в моменты, когда мы первый раз забросили под нос щуки приманку, она реально схватила. Это было реально, все видно классно на мониторах, на обоих. Я это, мне казалось, я это снимал. Мы вытащили щуку, позировали с ней, фотографировались. В итоге оказалось, что ничего практически не сняли. Поэтому будем повторять этот результат. Это скала. Вот это вот. И это рядом с ней показывает бель. Вот я свечу. Прокручиваю ручку. В надежде, может быть, рядом со стаей белей что-нибудь найти покрупнее. Вот, вот это хорошая, вот хорошая рыба. Сейчас, 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 сейчас мы настроимся. Да, пускай, пускай, что-то запутался. Все, душку закрывай. Эх ты! Чего там, обрыв? Фух. А там, наверное, как раз запутано было все. Вау! Увидела. Есть, есть. Ты тянешь крокодила. Я снимаю, парни, а то никто не поверит, как это работает. Слушай, никто не поверит. Уже, наверное, минут 40 около вот этой рыбы стоим. Я вообще вот такую колбасу для нее повесил. Что там за крокодил? Давай, 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 не давай слабину, не давай. Что, ушла? Я стою спереди, смотрю тоже на экран лайвскопа, а Евгений на месте оператора системы лайвскоп двигается вперед, двигается. Крутит ручку. На дне какая-то трепуха, да? Да, да, да. И смотрит, что происходит. Но пошла приманка. Ниже, ниже.
Она хочет, но боится. Давай, 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 щука, давай. Вкусная приманка. Все, мимо прошла. А он там еще рядом, видишь? О, все-таки одолели ее со второй поклевки. Со второго заброса. Ох ты, хорошо. Держи, Жень. Нормально. Вот такая вот щукарячка. Ты видела, отцепилась прямо? Да. Сразу отцепилась. Да. Слабину даешь, и она цепляется. Такая щука. Слушайте, вообще рыбалка чумовая. Евгений глаза вытащил, когда была с первой поклевки, мы забросили. Прям все снимали, щука бросилась. Оказалось, ничего не снимали. Как бы, и сколько мы, наверное, часа 3-3,5 было поклевки 3-4, мы тянули этих щук, но в итоге вытянули одну. Отпускаем. Буль-буль. Ушла. Пошла. Попробую еще вниз ей дать. Кто-то есть, давайте под сак. Ух ты! Так, подождите, подождите. Ух ты, давай, давай. Эх, ничего себе. Нормально, слушай, хорошая. Ага. Получился. Слушайте, ну 90 сантиметров. Нежно, нежно. Все. Эта щука больше не приплывет. Щука больше не приплывет. Так светится хорошо. Слушай, большая, большая, большая рыба. Сейчас будем к ней подтягиваться. Вот эту вот рыбу хотим. Пошла приманка. Каю, не отпускай. Сейчас. Подожди, подожди. Она нужна нам. Подожди, подожди, подожди. Держи, держи ее. Хорошая, наверное, да. Все, пусть. Ну хотя бы покажись, подруга. Ты можешь отцепиться, но хотя бы покажись. О, хорошая какая. Еще. О, зверь. Зверь! Ты зверь! Не бойся, мы тебя отпустим. Классно! Супер. Отпускаем? Да. Иди сюда. Надеемся, ушло. Нет. Нет. Сейчас. Ориентацию потерял. Да, ориентацию потерял. Сейчас давай. Ну что, ушла? Иначе придется вести тебя на жареху. Все, ушла, наверное, да. Проглотила плотву. Слушайте, ну у нас рыбалка реально удалась.
На этом у меня все. Удачной рыбалки, классного отдыха в коттедже Финляндии.